Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы продолжаем проходить Stalker Lost Alpha. В предыдущей серии, конечно, мы с вами забрали свою экипировку, вот я сюда поднялся. Сейчас, походу, у нас монолитовцы где-то тут шляются. И всех перестрелить хотят. Короче, засранцы те еще. И наша задача их помять. Отлично. Так, одного мы пустили под откос. Остальные все готовы. Или это не монолитовцы. Точно не знаю. А, это наемники. Наемники, получается, да? Вояки на нашей стороне пока что. Чё? Там военный бомбеж только кого-то. Не понимаю, вообще бардак творится. Ох ты, это богач. Ну давай тебя обдеру, как липку гребаную. Отлично. Патроны. Как вас много сейчас. Спасибо. Пристрелю кого-нибудь я. Так, а почему у меня режим стрельбы? Вот, отлично. В кого он там стреляет бесконечно, не понимаю. Тут чувак лежит, а птичку просит, а этот по нему стреляет бесконечно. Ну ладно. Все, успокоился? Хорошо. Окей. Кровотечение минус 15. В принципе, мощный артефакт. Не откажусь. Но игра сейчас просто сломалась окончательно. То есть такая ситуация не была предусмотрена, и вместе с ней сломался этот военный бедняга. Он уже все, он не может больше прийти в нормальное русло игровое. Да, мне его искренне жаль. Отличное кровотечение поставим, чтобы у нас было менее такое поражающее нас. Все. В принципе, сейчас что от нас требуется? От нас сейчас требуется куда идти? Опять помочь сталкерам, да ёб твою мать. Это нужно убрать, это задание вообще из списка. Return to Pacash Sciences. То есть нам нужно сейчас опять на Янтарное озеро возвращаться. Я, кстати, против не буду, серьезно. Главное сейчас не вляпаться в аномалии. Напоминаю, мы находимся в мертвом городе. Ой, пардон, такое бывает иногда, случается, понимаете, да? Вот, и почему у меня фонарик работает? Надо его отключить. Я сказал отключить, а не бежать. Так, тут надо аккуратно. О, это в подъезд можно зайти? В падик? Нет, нельзя. Не получится. Так, как бы так грамотно сейчас обойти все это дело? И с весом надо разобраться тоже. Так, секундочку. Не знаю даже, а сколько чемодан весит? Блин, полкило весит. Гребаный чемодан. Тогда знаете, как мы сделаем? Мы с вами сделаем немножечко... Мы с вами... Я не знаю даже, что делать, блин. У меня вот эта ПДА лежит, допустим. Но также у меня лежат артефакты. Разрыв плюс 2, полистойкость плюс 3. Блин, их можно продать. Мне жалко их выбрасывать, понимаете меня? Какое жалкое чувство выбрасывать такие вещи. Что-то надо делать. Поэтому я буду жрать энергетики. Вот, все. Отлично. Ну, а теперь мы можем возвращаться уже на Янтарное озеро. После таких вот манипуляций. Потому как на лугу все зелено. И прекрасно бегать летом тут. Да, такие вот дела. Ну, если не обращать внимания на жуткий амбиент, который играет на заднем фоне. Это все шикарно, почти что. И сейчас я уже забыл, кстати, как нам вернуться на Янтарное озеро. Не помню, где у нас переход располагается. Ну, наверное, надо на дамбу подняться, да? Как-то так, мне кажется. Вот куда-то сюда вот нужно.
Нет? Разве как-то странно, вам не кажется? Я немножко не догоняю, правда. Неужели сюда нужно подойти? Да. А почему я сверху не мог так сделать? Может, у меня это, персонаж под землю куда-то спускается? Кстати, мертвый город замечательно сделали. Вот уже да, на удивление, классно. А другие локации так себе получились. Не знаю почему, и уж тем более с чем-то связано, но определенно. Так что такие вот пироги. Хорошо, идем дальше. Нам в лагерь ученых сейчас, да? Мне даже, знаете, интересно, что в этом кейсе находится. И сейчас надо понаблюдать за тем, что у нас на локации есть, потому что могла появиться новая аномалия, также могли появиться новые артефакты, на выносливость которых нам очень нужны. И мы сейчас будем их выискивать. Особенно вот возле электро эти аномалии, ой, эти артефакты любят появляться. Не знаю, правда, по каким причинам, но вот излюбленное место. Так. Да вроде бы нет пока ничего больше. Или как бы здесь артефакты не появляются новые. Мне кажется, да, что все-таки новые артефакты здесь не появляются. Больше исключено, чем положено. Поэтому ладно, обойдемся как-нибудь. Как-нибудь обойдемся. Так, и долго эта колючка тут тянуться будет? А, я еще вообще могу перепрыгнуть. Ну, круто. Круто, что сказать. И все равно нужно идти за колючку твою налево. Это аномалия? Да, это аномалия. Лучше в нее не соваться лишний раз. Чтоб не обосраться. А вот интересно, туда если зайти, там что-то будет? Не хочу проверять. Конечно, я понимаю, что там может валяться какой-нибудь там экзоскелет, да? Который нельзя надеть из-за бага. Но все равно. Все равно. Любопытство иногда может взять верх. Такое тоже бывает и случается. Здорово. Ну, вода, вход вот здесь, отлично. Просто да и заходи уже давай. Ну, главное, чтобы сейчас ничего не заглючило, как в прошлый раз. Товарищ Сахаров. Иди сюда. Во, отлично. Привет. Вот твой груз. Да, все отлично. Я не понял, что произошло. Ну ладно. Значит, мы получили 2 минеральных воды. Еще 1 килограмм лишнего веса. Антирадиационные препараты, что хорошо. Научные аптечки, замечательные. И наконец-то нам дали деньги за квест. Блин, по-моему, это первый квест, за который мне дали деньги за всю игру. Так. Мы тебе сейчас продадим воды. 4 оставим. Потом тебе вот этот камушек продадим. Вот этот камушек тебе продадим. И чтобы еще тебе такое продать-то? Продать-то радиация минус 5 крови. Нет, вот этот вот артефакт я ставить не буду паразитически. Все, мы это сторгуем. Отлично. И далее. Далее. Так, секунду. Вот не знаю даже, что лучше мне сейчас приобрести, а что лучше не приобретать. Вот серьезно, серьезно. Чего не знаю, того не знаю. Давайте мы, знаете, что попробуем? Мы попробуем сейчас с вами. Вес у нас уже критический, поэтому нет, лучше ничего не покупать. Так, далее. Return wear. Не понимаю немножко, что от нас требуется. Но. А, понятно, нужно с ним еще раз поговорить, да? Ну, давай. Не понимаю, о чем речь идет, но вы читаете, переводите. И? Не понимаю, стоп, подождите. А-а-а.
Понятно, это значит артефакты, да, похоже? Понятно. Понятно. Не будем суваться. Так. А дальше-то что делать, не понимаю. Странно. Can fix this, да. Что-то странно как-то вообще, что от нас требуется, честно говоря, я не очень понимаю. Get wire for the sciences. А, возможно. Возможно, нам нужно найти проволоку, о которой я уже читал, которая глючная абсолютно. Сейчас попробую про нее поузнавать, в принципе. Потом запись тогда продолжим. Сейчас установил новый патч. И надеюсь, то, что с ним все будет, в принципе, более-менее нормально. Так. Нам сейчас нужно найти проволоку. Вот это наше задание. Кстати, патч, надеюсь, нам поможет во многих ситуациях. По-моему, оптимизацию даже сделали чуточку получше. То есть, как бы, игра идет побыстрее, на самом деле, даже ощущается. До этого было гораздо хуже все. Патч творит чудеса, представляете себе? И вот, вот. Оказалось, что нужно сюда идти. How could I do that? I'm such a coward. Now I'll never see my beloved Groza again. Поговорим. Только сперва пушку спрячь. В общем, тут не переведено, но смысл такой, что вот этот вот чувак потерял свою винтовку Грозу, вот, в подземелье. И если я ему помогу спасти его винтовку, как бы это не звучало странно, и вернуть ему ее, вот, он мне даст комбинезон. Замечательный. Такие вот дела. Я согласен ему вернуть Грозу, в общем, его, и получим за это комбинезон. Но он предупреждает, что в подземелье находится много кровососов и других тварей. Ну и все, попробуем. Отлично. Стоп, подождите. Find lost rifle. Return the lost rifle. Вот, замечательно. Потерянная винтовка. И она находится... где-то там. Ха. Знаете, как-то даже странно. Странно настолько, что я пойду сейчас в эту дырку. Потому что мне люди добрые сказали, что нужно именно туда идти. Оба! Так. Мы дальше... Да, дальше мы с вами пройдем. И, вероятно, мы правильно пошли. Я так думаю. А там, на самом деле, хрен узнает. Кстати, мне еще предупредили, что однозначно феромоны мутанта, говорят, можно успокоить некоторых видов мутантов, на которые на некоторое время после того, как их облить этим. Не, я не буду феромоны использовать, спасибо. Далее. Что нам нужно? Во-первых, нужно пожрать по-хорошему и попить. Но у нас пока нет ничего лишнего, поэтому мы потерпим. Потерпим. И вместо жертвы воды мы снарядимся патронами в полной мере. Вот, замечательно. Вот теперь мы сейчас со всеми тварями поговорим. Ну, конечно же, если они со мной не поговорят. Ну, ладно, ладно. Зомби, зомби, я вас слышу. Я знаю, что вы здесь. Твари этакие. Блин, огромное подземелье. Нереально огромное причем. О! О! Так, по-моему, та, которая мне нужна. Или капуста. Блин, капуста. Ой, я бы улучшил мнение. Ну ладно, хотя бы эту капусту продать можно. В принципе. Что, несомненно, радует. И тут, да, тут темно, как в жопе. Просто. Ой. Ладно, мы пойдем вдоль стрелочки. Потому что я, в принципе, больше не знаю, куда еще можно было бы идти. А то нам комбинезон пообещали целый. Представляете себе, да, как шикарно? Нет. Куда-то сюда, наверное, может, надо. Нет? И не сюда? Жестоко. Очень жестоко. Ну, значит, возможно, только сюда. В эту переборку. Только так, если...
Блин, лучше. Так, где сохранение? Вот, отлично. Почему-то сохранение как странно работает. Нажимаю кнопку, а он не сохраняет. Очень странно. Блин, не нравится мне вот этот звук. Жуткий. Такое ощущение, как будто тебя сейчас уничтожат. Но мы обязательно сейчас включим показывать. Подождите, точка прицел. Странно. А как убрать теперь ноги персонажа? Немного не понимаю. Ну ладно, наша задача маленькая. Просто бежать. Чем дальше, тем лучше. Вот сюда. Я уж слышу, там сталкеры где-то есть. Но тут, возможно, есть еще и кровососы. Надо фонарик наш обновить. Пам. Все, другое дело. Шикардос вообще. Я не понимаю, куда мы бежим. Мы уже куда-то... По-моему, сейчас мы до московского метрополитена добежим так. Такими темпами. Что более вероятно. Тут чувствую полно зомби, да? Походу, да. Ой, ёлки. Да все, падай. Попку. Отлично. Так, это еще не все. Там еще партия, что ли, осталась. Мать твою. А, ну тут закрыто, в принципе, поэтому вряд ли они до нас дойдут. Отлично. Мы нашли проволоку. И вот сейчас будет понятно, работает патч или нет. Стоп, подождите, я не туда пошел. То есть, если сейчас патч не работает, то выкинет при диалоге с Сахаровым. Если работает, то все будет нормально. Знаете, что я сделаю? Я выключил сейчас одиночный темп стрельбы. Жесть. О, здесь кровосос, конечно, опасная. Отлично. И еще, походу, не все. Как он здесь мог винтовку потерять, я не понимаю. Как такое возможно? Он с кровососами тут танцевал, что ли, не понимаю. Блин. Твою тут, сколько вас тут? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Изнасиловали просто. Жестокая жесть. Очень жестокая жесть. Ой, влепили так влепили нам. Твою! Твою! Да уйди ты! Охренеть! Как вот их мочить-то, блин? Я понимаю, что мне гранаты советовали, но у меня нету гранаты. Когда гранаты были мне не нужны, они у меня пачками висели бы на инвентаре просто. У меня сейчас нету столько гранат. Так, ладно. Где-то рядом они. Давайте подождем. А вдруг выпрыгнут? Так, мы пока ждем. Подумаем, что нам можно сделать, какие у нас еще варианты. Уйди нахрен. Да охренеть. Нет, это без вариантов, ребята. Твою мать. Не, ну это просто это анреал.
Ой, блядь. Куда я попал? Отлично. Хрен разберешься. Это он внизу в Припяти, где кровососов можно убивать пачками. С одного выстрела. Тут лютые кровососы. И, похоже, еще я не всех тут мочканул. Ой-ой-ой! Твою мать. Быстро, быстро, сука, заряжай. Антирадин. Антирадин, сука. Блять, тупое управление. Ебать. Вот это жесть была просто самая натуральная. Да, дерьмо так случается иногда. Где эта сраная винтовка? Тут же ведь должна быть. Так, ну я сохранился, с чем можно будет закопытиться? Это мы сожрем, потом загружу все равно заново все. Не, ну это какой-то, слушайте, это какой-то маразматический бред. Просто винтовка здесь показана где-то. Где она? Он сказал, что здесь. Тут даже кровососов до хрена было. А дальше ты чё? Где её тут искать? Знаете, самое обидное то, что мне нужна эта винтовка. Она мне нужна. Она мне нужна. На-на-на-на. Так. Где же её найти-то? Может, кровососа я сожрал? У меня есть такое подозрение. А вот она, твою... Все, загружаем. Последнее сохранение. Теперь хотя бы знаем, где она. Это было просто жестоко очень. Так. Все, сваливаем отсюда. Быстро. Антирадин. Отлично. Уходим. И как бы мы тут с вами не были. Жалко, с кровососов не выпадает никаких артефактов. Я забыл совершенно, что у меня теперь перегруз идет по полной программе. Ой. Так, теперь бы еще выбраться из этого дерьма. На. О, как ты хорошо разлегся. Молодца. Молодца, все правильно. А как нам теперь выбраться отсюда? Скажите мне. Может, им здесь будет выход? Я буду очень рад. Ну? Вот какая-то лесенка. Отлично. Низкий потолок. Он что, настолько низкий, что я еле-еле прошел, да, через него? Для кого он сделан-то был? Понимаю. Твою мать. Понятно, я пошел совершенно не туда, куда нужно. Нас просто нахрен порвало на части местной аномалии. Чему я совершенно не рад. Значит, попробуем другой выход найти. Потому что, если я все правильно понял, через ту дыру мы с вами обратно не попадем никак. Мы же спрыгнули, да, вниз, а подняться-то уже не получится. Нифига. Блин, там бы все было бы шикарно, если бы мы с вами, к сожалению, не попали в аномалию.
Аномалия нам по полной программе помешала. Так, блин, еще бы найти бы выход теперь. Ой, беда. Беда конкретная. В этих подземельях, да еще с перегрузом бегать. Не хватало. Не хватало нам таких приключений, конечно, на свою жопу. Попробуй теперь выберись отсюда. Из этого бардака конкретного. Совсем не прикольно, когда ты по самые ноги находишься в дерьме. И дерьмо со всех сторон на тебя напирает и наседает. Это очень сильно давит. Да. Блин, как бы отсюда выбраться побыстрее, а? Энергетик. Давай, хоть где-то мне пригодись. А, вот, все, теперь выносливость нормальная. Отлично. А почему она такая нормальная? Ой-ой-ой-ой-ой, здесь же критический уровень радиации. Как теперь тут избавиться от нее? Только так, если... Еще раз. Блин. Попал так попал я. Не, я даже сохраняться не буду. Вот. Все, я понял, куда мы вернулись. Вернулись мы с вами фактически туда же, откуда начинали. Что очень грустно и печально. Тут зомби, а нам нужно налево. Хорошо, надеюсь, мы как-то сможем выбраться отсюда. То будет очень тоскливо и печально, если не получится. Ну? Свет. Я уже так давно хотел выбраться на улицу. А игра мне принудительно не дает такой возможности. Так, теперь бы еще попробовать здесь выбраться. Ну? Вот, отлично. How could I do that? I'm such a coward. Now I'll never see my beloved Groza again. В общем, на твою винтовку. Комбинезон Сева получили. Отлично. Так, с тобой можно поторговать? Ты, наверное, что? А, давай мы тебе воду купим. Все отлично. Вот он, комбинезон Сева. 80, 90, 50, 90, 70, 50, 40. Понятно. Производим одним из оборонных киевских НИИ, данный комбинезон представляет отличную альтернативу другим сталкеровским комбинезонам, изготовленным в кустарных условиях. Представляет из себя отличное сочетание бронированного комбинезона, системы дыхания с замкнутым циклом, а также встроенной системы подавления действия аномальных полей. За счет удачного подбора материалов является хорошим выбором. Единственный недостаток – его цена. 30 тысяч рублей на продажу, только на покупку, наверное, все 100. Все отлично. А этот мы попробуем сейчас продать. Надеюсь, удастся. Кстати, как он? В принципе, почти так же, как сталкерский, как сталкерский выглядит. Что как-то так себе, на самом деле. Ну все, наша задача сейчас его сдать побыстрее. А у меня наушник-то вообще будет покупать этот комбинезон-то, интересно, или нет? Если не будет, то я его просто выброшу вот здесь вот. И потом, может, вернусь за ним. При первой удачной возможности. А, кстати, мы сейчас и узнаем с вами, патч помог или нет. В одном из главных вылетов игры. Потому что решения на Сахарова как такового не было особенно. Ну, подходи, чувак. Еще раз сохранюсь. Вот, отлично. Отлично. Все нормально, патч работает. Далее. Вот, видите, 30 тысяч рублей только такой стоит эковок. А этот вообще, наверное, за запредельную сумму. Так, ну давай им за 9 тысяч продадим. Далее. Что мы тебе еще сбагрим? Мы тебе сейчас капусту продадим. Также она нам не нужна. Феромоны все равно ноль, поэтому оставим. Далее мы патронов понакупаем. Вот так вот. И таких вот, не знаю, энергетик один возьмем. Пожрать возьмем.
И антирадина купим. 3 штуки. Потому что водкой пользоваться, ну как, никак не хочется вообще. Отлично. И вес у нас 53. Твою налево. Ну ладно, надо сожрать кое-что. Все-таки с патронами нет. С патронами придется нам разбираться отдельно. Потому что патроны, конечно, тянут ношу. Патроны ношу тянут. Значит, давайте мы бронированные. А, нет, простые продадим. Все. Вот так. Сойдет? Нет, блин, еще 52 килограмма. И куда мне их девать? Куда мне их засунуть? В какое место? В чье? Ой, ужас, одним словом. Ну ладно, пофигу, сожрем тогда. Все равно 50 килограмм. Одну воду можно будет выпить. И что же мне бы еще продать? Давайте мы еще продадим немножко зеленых патрон. Таких. О. Нормально, 49 кило. Отлично, можно играть дальше. И при этом мы с вами не остались в минусе. Все более-менее нормально. Так, игрушка на непонятной основе решила выкинуться. Вот. А, так, все у нас нормально, в принципе. Далее. Мы сейчас куда вообще должны идти, по сути своей? Ага, к... как его там? К болотному доктору. Вот. И он находится у нас на больших болотах, до которых нам топать и топать. На самом деле еще достаточно далеко. Давайте мы тогда на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.